Сегодня в таком мероприятии участвую, получается, со школой, с колледжем. Поехал на одну фирму, они делают день открытых дверей, вот это плат-фирма называется. И получается, регистрируешься, ну, они продают как бы инструменты различные. Ну, вот получается, вот только из-за того, что мы пришли, вот дали мне ведро такое, бесплатно, потом вот такую бутылочку алюминиевая, тоже их фирменная. И кроме этого еще дали талончик на входе, который дает скидку на $10. Я вот купил такой инструмент, он стоит на $20, очень классный инструмент, я потом сделаю обзор на него. И сразу, когда я рассчитывался, мне $10, ту карточку, что они подарочную дали, сразу засчитали, но вот этот инструмент мне обошелся $10, ну, $11 с копейками, у нас есть налог на продажу. Вот такие классные инструменты. Вот. И кроме того, еще бесплатный обед, это вот здесь, ну, бургер, не бургер, вернее, мясо. Потом вот эта фасоль с мясом, вода, ну вот это все бесплатно, ну, печенька еще это бесплатно все. Только приходи и покупай. Все, спасибо за просмотр.